Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Дина Бэш. Ледышка у меня завершила обучение, и это хорошо. Можно мне посмотреть? Ага, вот она. Максимальный уровень. То есть у меня почти все имеют максимальный уровень, кроме Рэмбо и Трицера и Плювика. А нет, Плювик максимальный. Отлично. Так, что у нас по снарядам? Двойная глыба максималка, ледяная бомба максималка, ядовитый снаряд максималка. Ну что, друзья мои, нервы, как говорится, не к черту, а 109 уровень нас поджидает. Так, а нужен ли... Давай-ка мы уберем и поставим, наверное, обратно нашего Стегу. Пускай он будет бомбить. Поехали. Сейчас я как представлю опять эти катапульты, они 100% будут. И я больше чем уверен, что пойдут когда-нибудь каменные катапульты. Вот тогда будет трэш. Самый настоящий. Кто там ползет? Кто там ползет уже, а? Копейщики? Подожди, я не понял. Мне показалось, или ледяной снаряд пролетел мимо? Неужели опять все сломалось? Без льда я здесь, ребят, сыграть не смогу, сразу говорю. Сейчас мы посмотрим, как у нас будет тот же самый Стегу. Если у него будут лететь снаряды, значит все норм. Если не будут, значит все очень плохо. Вот проверим. Не, нормально, все работает, все отлично, друзья. Тогда можно вызывать спокойненько. Оп-оп, шикарно. Ну, вот это плохо, вот это плохо, они же огненные. Нет, не надо никаких бомжих. Так кто меня будет спрашивать, кого тут надо, кого не надо? Они будут бомбить и все здесь. Понимаешь? Им плевать. Блин, ну бомжиха в каменной броне, это, конечно, что-то с чем-то, согласись. Что, безумный шаман лечит других? Да это я знаю, что вы мне... Одно и то же говорите по тысячу раз. Как будто какая-то новость. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вон там он новость, ребята. Очень плохая идет. Да-да-да-да, именно катапульта. Именно эта новость самая фиговая, которая может быть здесь. Да блин. Ну вот извини, как я здесь должен... Ребят, побеждать, а? Как? Твою же дивизию. Они просто одного динозавра за другим валят. Прикинь. Я, конечно, хочу тут как-то попробовать выкрутиться, но мне что-то подсказывает, что вряд ли у меня это получится. Или получится? Катапульту завалили мы, да? Катапульту мы с тобой завалили. Вот оно что. Вот оно какое счастье. Кстати, лед. Давай, срочно. Ну. Что-то сбросили. Нет, это мне не надо. Эй. Ну. Блин, чертов шаман, я его не увидел. Я его не увидел, этого шамана. Понимаешь? И вот он там стоит сзади. И кто? С какого, блин, перепуга здесь это хмырь делаешь? И мне главное об этом никто ничего не говорит, прикинь? Вообще никто, он здесь из-под тишка появился и все. Так, шаман, слушай, тебе пора, по-моему, отдуплиться. Ты уже достал здесь изрядно всех. Слушай, по-моему, это последняя бомжиха. Я на это очень надеюсь, что это последняя бомжиха в каменной броне. Ты посмотри. Слушай, ну ведь не было написано, да, что это последняя волна? Есть, действительно, это была последняя волна. И это очень круто, друзья мои. Так, ну что, больше монет? Естественно, больше. Слушай, у меня 103 тысячи монет. Так, здесь нужно победить 500 троглодитов, и я получу один гем. Так, позже мы будем оценивать. Так, значит, у меня 100 тысяч монет. Что я могу улучшить? Я, по-моему, все прокачал.
Так, давай посмотрим по снарядам. Да что вы мне все эту... Так, это на 130 уровне. Значит, динозавров надо прокачивать. Я, например, могу вот Рэмбо, да? Хочет прокачаться. Пускай. Пускай он качается. Так, еще мы с тобой можем, например, поставить трицераптора. Пускай тоже. Так, кто еще у нас тут? Ну вот, кусака и раптор. Пускай. Все равно куда-то нужно, ребята, тратить, как говорится, монеты. Пускай они потихоньку прокачиваются. И снаряды. Вот этот мы с тобой поставим на улучшение. А, можно вот так вот, да? Все. Какой уровень? Уровень 7. Окей. Ну что, друзья мои, у нас 110-я миссия. 110-я. Блин, совсем немножко осталось, а? Совсем чуть-чуть. Ну что? Как говорится, вперед из песней. Слушай, ну здесь мы с тобой очень быстро справились с катапультой, и это классно. И это классно. Так, начинаем, как всегда, с яблоньки. Куда ты летишь? Он уже... Нифига! Он уже сразу с факелом, прикинь? Эй, да хорош. Так. Что за фокус, я не могу понять. Да ну. Понимаешь, проблема в чем? Если он подбежит к яйцу со своим факелочком, он его уничтожит. Поэтому тут как бы нужно его защищать, это яйцо. Как я не знаю кого. Ущипаренной репы, скажем это так. Слушай, бомжихи. Бомжихи идут. Так, этих давай уничтожим с тобой. Так, что ты мне показываешь? Что, я не знаю, что ли, что надо отравлять их? Тыкает он мне. Идете. Шаман. Слушай, ну шамана, конечно, лучше, ребята. Отравлением это бесполезно, мне кажется, его брать. Так. Смотри, кто у нас тут бежит. Тут у нас бежит вот такой вот мелкий хмырь, который постоянно прикидывается, что он свой. И думает, что я его не вижу, да? Наивный-то. Что, опять? Слушай, шаман, ты достал уже. Ну вот серьезно тебе говорю, достал ты уже здесь всех просто в корень. А все у нас отлично, все хорошо. Все должно быть великолепно. Давайте, дракончики. Так, я вам помогу. Снарядом. Ледяным, естественно, ледяным. Так, этого сбить, который там летит у нас. Икар. И этого тоже. Они все в каменной броне. Все уже, ребята. Нету обычных. Простолюдинов нету здесь. Прокачиваемся. Блин, как же мне хочется, ребята, ячейку дополнительную себе. Очень хочется. Сильно хочется, но... Никак, не судьба мне ее открыть. Последняя волна. Так, быстро. И кто там на последней волне у нас? Да что ж вы так долго-то бомбите эту бомжиху? Я все, конечно, понимаю, каменная броня, все дела, но не настолько же, блин. Или вот прям настолько? Есть. Так, динозаврик мой погиб. Давай эту бомжику. Так, иди тут. Ой-ой-ой, бегут, смотри-ка, армия какая. На, все отдуплились. Все отдуплились. Сюда сбрасываем валун. И два копейщика, смотри. Два копейщика тусующихся бегут. Два тусовщика. Сейчас мы одного из них... Ать. Блин, сейчас они будут копишками своими колоть. Это больно? Поверь мне, это очень больно и неприятно. Нам поможет с тобой, знаешь что? Суперснаряд. Да. Именно эта ледяная бомба. Она очень великолепно их уничтожает. Бомжиха замороженная, ничего сделать не может, как ты видишь. И мы ее сейчас уничтожим. Хоть бы один валун попал бы, да, на нее. Фух. Слушай, ну солидно идем.
просто великолепно. Ну что, больше монет. Так, почти 15 тысяч. Так, ну что, давай прокачаемся. Чуть-чуть. А что мы с тобой прокачаем, я не знаю даже. Если только плювика там какого-нибудь или... О, кусак уже обучился. И раптор, кстати, тоже. Да они там, господи, ребята, им... Думаешь, много надо, что ли? Они качаются вон на раз-два. Так, вот здесь. Трицераптор. Так, Рэмбо. Рэмбо у меня какого уровня? Я что-то не могу понять, какого уровня у меня Рэмбо. Тут не показывает. Ну ладно. Что у нас? 111-я миссия. Ну что, вперед и с песней. Блин, вот жалко, что четвертый снаряд. Ой, снаряд. Четвертая ячейка открывается на время. Даже за гемы. По-моему, так. Орет, орет уже, как потерпевшие. Да ладно, сразу вдвоем, что ли? Не-не-не-не-не-не-не, только не катапульта, ребята, только не катапульта. По-моему, там есть, есть, вот она, ребята. Катапульта, я так и думал. Твою же дивизию. Блин, где мои динозавры-то? Чего я не понял? А, нет, пока все нормально. Блин, катапульту не уничтожить. Пока не уничтожить. Она уже бомбит. Она уже бомбит по моим, ты понимаешь? В чем проблема-то все? Пора заряжать. Ну, выгляни. Ты что, специально, что ли, блин? Он просидел специально, блин. Дождался момента. Ребят, если мы сейчас не уничтожим, все, нам крышка. Вот как ты вот прикажешь мне здесь бомбить его? Если он постоянно ныкается. Он постоянно ныкается. То, что стега фигега. А, катапульта все уничтожилось. Тогда живем, ребята, тогда еще поживем. Наверное. Так, тихо, вот этого надо бомбануть. С этим, с копьем со своим. Ой-ой-ой-ой-ой, тут шаман. Но главное, катапульты нету. Главное, что нету катапульты. Остальное, ребят, мы как-нибудь уж с вами переживем, поверь мне. Так, бомжиху бомбим. Здесь надо сбрасывать валуны. Так, ну, попадет. Попал, красавчик. Давай сюда заряжаем. Окей. Так, подожди. Да не кричите вы там, блин. Ой, вот этот-то, кстати, у нас. Этот с факелом бежит, его надо уничтожать срочно, потому что он сейчас, если... Да что ты... подбили. Вот этого. Давай. Видишь, скопишка лезет. Вот этого надо валить. Иначе он будет ветки свои бросать огненные, а это будет плохо. Все, здесь справились. Так, что у нас тут? У нас тут все фигово. Бежит армада, как всегда. Нет катапульты? Нету. Значит, расслабимся. Пока мы с тобой здесь расслабимся. Давай сюда яд. Не понял. Блин! Я не увидел, ребята, чувачка с этой... Ай-яй-яй. С факелом не увидел. Вот в чем проблема-то. Так, тихо. Я просто контролирую, друзья мои, нет ли там катапульты. Все время нужно смотреть за ней. Потому что если она выйдет, как всегда, не вовремя, это будет плохо. Ты как бы попал, но не туда, куда надо. Стоп. Я тебе говорю, стоп. Шикарно. Блин, да что ж такое, что же за отряд-то у них там такой идет, а? Офигенно мощный.
А как этот-то... Стоп. Ладно, бомжиху. Как вот этот выжил? Я не врубаюсь иногда, ребята. Как-то они умудряются выживать из таких условий, что просто там невозможно выжить. А они выживают. Так, давай сюда, наверное, выкинем с собой. И вот так вот. Шаман уздох, шаман. Фух. Так, подожди, что здесь происходит? Ой. Ой-ой-ой. Нет. Этот еще хмырь мелкий идет, посмотри. Так, я его траванул. Ты оборзел, что ли, совсем, а? Так, срочно, срочно, ребята, посмотри, что происходит. Это последний, кстати. Йоу. Мне метеоритный удар достался, ребят. Вот этот с копьем паршивец, а? Видишь, что делает? Из-под тяжка тыкает. Видишь, копишком своим мелким. Давай вот так вот, наверное, сюда снаряд зарядим. Все, дотыкался. Есть контакт. Фу, друзья мои. Ну, главное, я прошел, понимаешь? Больше монет. Насколько? Пойдет. Так, ну что, ребята, у нас 79 тысяч монет. Злобный двойник Рэмбо. Конечно, за 22 гема. Бегу и спотыкаюсь покупать. Лучше я своими силенками, да? Нервы, конечно... Кусака завершен. Так, кусака завершен. Раптор завершен. Трицер. Рэмбо. Что-то они все тут одновременно закончили обучение свое, поэтому отправляем их заново. Так, первый пошел. Второй пошел. Трицер. Вперед. Кто у нас тут еще? Рэмбо. Давай. И все. Особые предметы у нас не прокачиваются, да? Какая миссия уже? 112-я. Так, где у нас на 117-й будет новый дракон, друзья мои? Дракон. Почему я его называю дракон, если это динозавр? Ну что, вперед, друзья мои. Пока, как говорится, не остыли. Блин, что-то как карта вот маленькая, да? Территория, блин, вот. Первым делом, куда ты, вот куда ты бежишь, а? Вот самый такой вот надоедливый вот этот вот хмырёныш. Кто, бомжиха, ну ты-то что? Что ты-то орёшь? Опа, срочно. Вот так вот. Великолепно просто. Так, я понимаю, сейчас пойдут хилы, да? Скорее всего. Так, мне нужно сюда... Ой. Это вот так вот сделаем. Немножко напряжение. Так, погоди, погоди, погоди. Снаряд, снаряд, готовим. Готовим снаряд с тобой и запускаем. Сейчас... Бам! Шик и блеск. А фиг ли я радуюсь? Фиг ли я радуюсь, если вон там он очень много всяких зловредностей бежит. Ты видишь, да, эту зловредность? Конечно, видишь. Вот она, мелкая зловредность. Меня вот интересует, почему ни один дракон его не может увидеть? Вообще ни один. Так, шаманы, хорош. Хорош буянить. Бух. Правильно. Всех в заморозку. Так, там не пробежал. А я-то тут... Смотри, 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 он что-то заторможенный такой бежит. Такой довольный, сияет, так сказать. Хуже нет, когда звонят в самый неподходящий момент, ребята. Вот серьезно говорю. Хуже не придумаешь. Тут как бы так сосредоточен весь, блин, до самого, не знаю, не хочу. И в этот еще момент звонят тебе, блин. Сколько раз уже говорил, обещал, вырубать телефон нафиг. Да сколько у вас там бомжих-то этих?
видишь, тут очень интересно сделано. Тут и каменные бомжихи, да, идут. И обычные, самые начальные. Начальные это фигли, с ними, как говорится, разбираться нечего. А вот, вот с этими, да, с этими будет все похуже. Так, давай-ка мы вот этих заморозим пока, чтобы они тут не подошли всей кучей. С этими разберемся уже. Так. Да. Трындец, я-то думал, что это последняя волна, ага. Держи карман шире, последняя волна, как же. Так, травим, взрываем. И здесь надо замораживать, по идее, ребят. Да сколько вас там, а? Ну-ка. Замечательно. Слушай, куст. Ребята, мы все прекрасно знаем, что это за куст. Куст-обманка, в котором... Естественно, да-да-да-да-да. Вот этот вот придурочный троглодит, который прикидывается динозавром. Да чтоб тебя! Нет, ребята, смотри. Это, по-моему, бесконечно. Кто там бьет яйцо? Я же вроде уничтожил, нет? Ё-моё, что тут происходит? Трэш, апокалипсис просто какой-то. Еще волна. Ребята, еще волна. Надеюсь, вот это уже последнее. Так, нам нужно с тобой сбрасывать сюда все, что у нас есть. Предположим. Но это еще не конец. В плане, подожди, кого-то там уничтожили у меня. Сколько их тут скопилось, ты посмотри. А как они так? Ребят, нам придется использовать. Да они когда-нибудь закончатся или нет, блин? Они идут и идут, идут и идут, идут и идут. Да сколько можно-то? Так, надо здесь, ребята, что-то делать. Я даже не знаю, что тут сделать-то. Как-то вот так надо. Они еще с этими бегут. С факелами. А с факелами мы уже знаем, что это самые страшные, да? Троглодиты. Что ты там хиляешь, а? Хиллер, где ты там? Вон он. Надо бомбить, друзья мои. Надо там бомбить. Ну все, по-моему, сейчас мы тут доиграемся. Меня сейчас продавят, ребята. Если, конечно, вот это меня не спасет. А это меня спасло. Валун меня очень сейчас сильно выручил, друзья мои. Очень сильно. Все, это последняя бомжиха. Это последняя бомжиха. Яблонька по максималке прокачана. И все. Да. Победа, друзья мои. Несмотря на то, что мне помешали звонком, мы победили. И еще и уровень получили. Шикарно. Так, больше монет. Повышение уровня, я получил один бриллиант. Да, друзья мои, вот как-то таким образом. Ну что, наверное, будем на сегодня закругляться. На сегодня, ребята. Но в следующей серии я намерен, наверное, все-таки дойти до нового динозавра. Уж больно мне интересно на него глянуть. Так, а здесь мы с тобой поставим на обучение. Пускай обучаются наши... Так, подожди. Вот. Такой. Ну, слушай, а почему... А, ну да, Спира на 117 уровне, а мы с тобой на 113. То есть еще 4 уровня проходим и открываем. А что он из себя представляет, этот Спира? Про него даже ничего почитать нельзя пока. Хм, и здесь тоже. Ну что, дорогие друзья, на этом буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!